Здравствуйте! Любимый женский весенний праздник вот-вот наступит. Как мы хотим, чтобы мужчины нас поздравляли, дарили цветы, подарки и, конечно, собраться всем за праздничным столом. Сегодня отправляемся в гипермаркет «Вейлмарт». У меня есть несколько идей, как быстро, эффективно и недорого накрыть на праздничный стол. В этот весенний день нам, женщинам, хочется только отдыхать и принимать поздравления. Поэтому, чтобы сэкономить время, я предлагаю обратить внимание на уже готовые салаты. Большое разнообразие салатов. Видно, что вот они такие все свеженькие, интересные. Салат «Цезарь». Я думаю, что очень вкусный. Южанка с баклажанами есть салатик. Великолепный салат «Пикадилли». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. В нашем гипермаркете. Хочу познакомить вас с нашей новой акцией. Можно попробовать все. Запущена она бессрочно. Идея заключается в том, чтобы перед покупкой убедиться в том, что все свеже, вкусно и аппетитно. И купить именно то, что хочется купить. То есть можно все попробовать? Да, однозначно. Предлагаю начать с интересного салата. Экзотика. Давайте попробуем, что это за салатик экзотика. Ребята, интересно, салат с ананасом. Как вам? Такой остренький. Следующий салат, который хочу предложить вашему вниманию, салат «Мимоза». В преддверии весны, мартовских праздников, яркий, солнечный, как оттенок нашего солнышка. Ребят, замечательная акция, что при покупке любой салатик можно попробовать. Очень выгодно, можно так и пообедать, хочу я вам сказать. Можно и пообедать, а можно купить то, что действительно понравилось, и принести это в дом и сделать приятное не только себе, но и своим близким. А сейчас я предлагаю посмотреть наши кулинарные шедевры. Так, сейчас пост, наше собственное производство готово предложить покупателям постное меню. Здесь и картофельные котлеты, и картофельные зразы, и шницели из капусты, и оригинального цвета свекольные котлеты, морковные котлеты для тех, кто соблюдает пост. Отлично. Тоже все можно попробовать? Да, все можно попробовать. Пост, однако. Для тех наших покупателей, которые любят рыбу и мясо, собственное производство готово предложить продукцию из рыбы и мяса. Это и плов, и рыба, и котлетки, и биточки. И это тоже все можно попробовать. Что предлагаете, Юрий Юрьевич? Что вам нравится? Что вы любите? Я люблю мясо. Мясо, так. И предлагаю попробовать мясо по-капитански. Ну, давайте. Мясо по-капитански будем пробовать. Самое изысканное блюдо, да? Ребята, вы представляете, вот, чтобы мне приготовить это мясо по-капитански дома, это мне нужно 3 часа, это минимум, провести возле плиты. Правда, Юрий Юрьевич? Да. А здесь можно попробовать все, купить, прийти домой разогреть, салатики выставить, и будет вам вкусный праздничный стол готов. Так, пробуем. У вас есть такая традиция собираться за праздничным столом 8 марта с женщинами? С... Конечно. Что будут готовить женщины? Что обычно готовят? Салатики, курочку, там, морепродукты. Какое меню будет? Салатики будут какие-нибудь? Салатики обязательно. Ну, у меня мой любимый – это греческий. Майонезный я не люблю. А из горячего что будет? Мясо. Часто здесь покупаете продукцию? Что можете порекомендовать? Студень у них неплохой, холодец говяжий, хороший. Салат из пекинской утки неплохой. Потом обычно мы берем мимозу, хорошая. А также я предлагю пройти к нашим витринам сыр и колбаса, посмотреть на представленный товар, который тоже по акции «Можно попробовать все». Можно попробовать. А я вот знаю, что у вас есть сыры сегмента очень дорогого. Их можно попробовать? Можно попробовать. Ребят, можно воспользоваться. Можно воспользоваться и попробовать, допустим, сыр с плесенью. Если кому-то хочется приготовить самому, это не проблема. Своим покупателям мы готовы предложить продукты собственного производства. Замороженные пельмени, вареники, котлеты, рулады. Все свежее, все вкусное. Осталось только сварить. Также хочу уделить ваше внимание на свежее мясо. Прошу обратить внимание на цены, что цены у нас ниже даже по сравнению, чем на рынке. Кстати, еще хочу показать вам продукцию собственного производства, наша соленая рыбка. На нашем приморском сырье нашими сотрудниками предлагаем к вниманию покупателей киту, нерку. Ну и, конечно, какой же праздничный стол без тортика? Давайте будем выбирать самый вкусный тортик. Женщины вообще все любят сладкое. Здесь есть пироги, собственное производство гипермаркета. Премьера, пирог шоколадный,
венский с персиком, венский с брусникой, есть какой-то пирог ягодный. Если самому готовить некогда, то такую вкусность можно заказать здесь же на праздник. Накрыть ужин на каждый день, приготовить стол к любому празднику с гипермаркетом «Вэлмарт» очень просто. Здесь колоссальный выбор любимых приморских свежих продуктов, деликатесов. Также есть эксклюзивные вкусности для самых изысканных ценителей. Собственный кулинарный цех со свежими, разнообразными и очень вкусными блюдами. Мы выбрали с нашей точки зрения самые аппетитные продукты, ведь 8 марта – это праздник, когда хочется побаловать всю свою семью. Ребята, мы набрали целых 2 пакета продуктов. Теперь отправляемся на кухню. Пойдем. Праздник 8 марта такой трогательный, волнительный и неповторимый. И так приятно собраться всей семьей за праздничным столом. Ольга Викторовна, расскажите нам, пожалуйста, есть ли у вас какая-то традиция, связанная с этим праздником? Мы сегодня будем готовить лазанью. И пусть не пугаются те, кто ее никогда не делал. Это самое простое блюдо. Мы выбрали основу блюда. Это фарш из говядины, конечно же, листы лазаньи. Можно заморочиться и сделать дома самим. Лучше свое время отдать отдыху и близким людям. Мы идем и покупаем лазанью. Выбор огромный. А я хочу заметить, что все продукты для этого блюда мы купили в гипермаркете «Вэлмарт». Смотрите, какая красота. Для лазаньи мы будем использовать приморские продукты – сметану, фарш, томаты, лук, морковь, сыр. Мы начнем с того, что намажем наши листики лазаньи сметаной. То есть нужно будет вначале пропитать? Да, и вот это наш секрет, мой личный. Ольга Викторовна, я знаю, что начинка может быть любая для лазаньи. Вот расскажите немножко о начинках. Все, что у вас есть. Овощи, кусочек отварной рыбки или сырой. Креветочка, кальмары, гребешки. Все имеет место быть. Удивить себя чем-то, порадовать. Ну и, конечно, праздник, тем более 8 марта, это возможность дать своей женщине любимой отдохнуть. От домашней готовки, от домашней рутины, правда? Хотя, что такое готовка? Это колдовство. Когда мы готовим для своих близких, мы программируем их на самые прекрасные поступки. Теперь у нас начинается колдовство. Мы будем готовить соус. Наша лазанья, она, наверное, может заменить 5 блюд на столе. Во-первых, сытно, во-вторых, вкусно. А в-третьих, это очень красиво. Посмотрите, как красиво уже выглядят овощи. Первым слоем кладем фарш. Хотелось бы весь использовать, конечно, чтобы у нас идеально все сложилось. Конечно, пармезан у нас российского производства. Если бы у наших фермеров и людей, которые занимаются производством сыра, была возможность это делать раньше, у нас бы были бы тоже потрясающие совершенно сыры. У нас есть в городе тоже компании, которые производят сыры. И за это им огромный респект. Елена, наш праздничный стол готов. Мы приготовили потрясающую лазанью, закуску. У нас есть чудесные фрукты. Осталось дождаться только близких и любимых людей. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. Получилось просто великолепно. Еще и потому, что приготовлено из наших российских приморских продуктов, купленных в гипермаркете «Вэлмарт». 8 марта – особый праздник для женщин. Это день мужских признаний в любви и верности. Поздравляйте своих женщин, дарите им подарки, цветы и собирайтесь все за праздничным столом. С вами была программа «Попробуй купи». До новых интересных и полезных встреч. До свидания. До свидания.